Деревянный фундамент – это все, что осталось от глиняной крепости 18 века. Тогда, по мнению историков, это был край города, и крепость защищала от недоброжелательных соседей. Ну а фундаменту удалось сохраниться благодаря тому, что выполнен он из сосны – дерева, которое не боится влаги. Крепость возвели в начале 18 века после серии крупных пожаров в Самаре, на 200 метров восточнее самых первых границ города. Длина защитной крепости была 400 метров. Строили ее из земли, и такой материал имел множество преимуществ. Шла Северная война, денег не было, ресурсов не было, и поэтому решили строить крепость земляную. Это было намного дешевле. На востоке, на юге России, европейской части России, в борьбе с кочевниками такие земляные укрепления были очень хороши. Весь участок раскопок на Хлебной площади 732 квадратных метра. Сейчас грунт вскрыт на 500 квадратах. Здесь были найдены пушечные ядра, и нательные кресты, и монеты петровских времен. Их пока не очищают, ведь можно уничтожить то, что поможет специалистам определить точный возраст находок. По документальным источникам крепость была основана в 1703 году. И, собственно говоря, цель этих раскопок – подтверждение самого факта основания этой крепости в данный временной отрезок. Затем все предметы будут переданы в музеи, а грунт продолжит скрывать для более глубокого и точного исследования и анализа сооружений. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.